Уважаемые зрители, в прямом эфире работает проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Бродовиков. В Москве в храме апостола Иоанна Богослова под Вязом открыта выставка, посвященная истории разрушенных и восстановленных церквей и монастырей столицы. Сейчас там находится наш корреспондент Эльвира Гордеева. Эльвира, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий. Эльвира, ну вот в первую очередь ждем от вас подробностей о содержании этой выставки. Выставка разместилась в церкви святого апостола Иоанна Богослова, что под Вязом. Собственно, где мы сейчас находимся, это верхний храм храмового комплекса Российского православного университета. Нижний храм Покрова Пресвятой Богородицы, он восстановленный, сегодня в нем проводится богослужение, а вот этот, верхний, пока все еще живет ожиданиями реставрации. Здесь расположилась экспозиция, организованная Российским православным университетом при участии Музея Москвы и Московского архитектурного института. На выставке можно узнать о судьбах почти четырех десятков выдающихся московских православных памятников. Одни сохранились до наших дней, другие были восстановлены, а третьи вовсе исчезли навсегда. И увидеть их можно только на старинных фотографиях. Конечно же, у каждого храма своя судьба. Каждому посвящен отдельный стенд с архивными и современными фотографиями и описаниями. Дмитрий. Эльвира, еще было бы интересно узнать, почему именно в Иоанно-Богословском храме разместилась экспозиция, посвященная разрушенным и восстановленным церквям столицы. Дмитрий, ну, я думаю, что вполне логично разместилась выставка именно в этих стенах, потому что сам Иоанно-Богословский храм можно смело считать экспонатом этой выставки. А вот более подробно о том, как собиралась вся коллекция, как собиралась экспозиция, кто над этим работал и почему именно эти памятники заняли это почетное место в ней, мы попросили рассказать куратора проекта, художника Музея Москвы Ольгу Караск. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Ну, наша выставка предлагает отправиться в небольшое путешествие по Москве православной. Тем более, что и в давние времена, в прошлом, Москва, конечно, была прекрасна своими, как бы восхищала своими храмами, церквями, церквушками, великим множеством. И колокольный звон раздавался над всей Москвой, что отмечают современники того времени. Но все это осталось далеко в прошлом. Москва уже много раз и горела, и разрушалась, и восстанавливалась, восставала буквально из пепла. И, конечно, сегодня Москва – это современный город, очень живой, энергичный, с массой народа, огромное движение по городу. И вот эти вот островки духовные, православные, они все равно остаются, все равно их как-то восстанавливают, сохраняют, и они до сих пор привлекают и молодежь, и пожилых людей, всех разных возрастов, разных профессий. И это именно те места, где можно все-таки остановиться, как-то задуматься о времени, приостановить этот темп, смену времени и движения. Но об этом у нас выставка, мы идем, как бы наша такая отправная точка – это этот храм. Почему этот храм? Он очень близок и музею Москвы, в котором я работаю, и православному университету, который здесь расположился с 2011 года. Здесь он работает, и ректором его является отец Петр. И, собственно, его идея была вот, сделать эту выставку. И мы, конечно, поддержали, потому что это, этот храм нам близок. Он с 1935 года. Это наш родной дом, музей Москвы. По-разному назывался музей. Музей был и музей реставрации Москвы, и истории Москвы, просто Москвы. И с этим храмом нас связывает много-много лет. И вот, наконец, мы объединились с церковью, с отцом Петром. И вот наш музей, мы оказались вот на этой общей площадке и делаем такую выставку о восстановленных и утраченных храмах. А скажите, вот, может быть, по какому принципу вы вот отбирали вот эти экспонаты,
представлены на этой выставке и, собственно говоря, о чем они говорят посетителям? Ну, принцип такой, что у нас выбрано примерно одинаковое количество восстановленных храмов и те, которые погибли навсегда, ушли. И выбирали, ну, наиболее яркие, такие запоминающиеся, красивые, важные, выдающиеся архитектуры, да, архитектура, история может быть интересная, потому что каждый храм, он с определенной судьбой, и мы об этом рассказываем как раз на этой выставке. Построение вообще выставки довольно такое лаконичное, простое, чтобы посетитель не путался во всем и мог пройти даже без экскурсовода. Поэтому строится так. Есть ядро центральное, где у нас рассказывается о церкви, в которой мы находимся. Вот храм Иоанна Богослова, что под Вязом. Вокруг малый круг – это церкви утраченные, и большой круг – то, что у нас нам удалось восстановить или сохранить, или, может быть, воссоздать. И все это преподнесено на небольших планшетах с рассказом и с использованием старых фотографий и новых фотографий. Мы старались показать, ну, практически то место, которое вот сейчас оно на данный момент сфотографировано, и с этого же ракурса примерно преподносится и старая фотография. Ну, в общем-то, это такая перекличка старого-нового. Этот принцип довольно часто используется. Но он очень любим публикой, очень любим посетителями, потому что ты можешь узнать в старом новое, новое в старом. Это всегда интересно и познавательно. Ольга, я думаю, что вот нашим телезрителям будет любопытно узнать вот об этих фресках, которые сейчас расположены вот за нашей спиной, вообще что это и что вообще сокрыто вот за этими стенами? Фрески интересны тем, что мы настоящие фрески не можем сюда спустить, показать, но они существуют вот в этом храме, в верхней части церкви, то есть они-то есть. А мы их просто отфотографировали и, ну, вот распечатали такого размера примерно в натуральную величину. И чем они интересны? Ну, тем, что они сохранились все-таки, это первое, это замечательно. Но есть еще такие следы времени, то есть вы увидите, как на этих изображениях, проколоты глаза. То есть это не просто так, это случилось в какие-то революционные времена, но, видимо, вот так посмеялись над святыней. Вот. Это мы показываем, и это и горестно, и в то же время в нас появляется надежда, что все-таки все будет замечательно, и мы сможем восстановить, по крайней мере, что вот сейчас есть возможность восстановить, и это будет прекрасно. Скажите, вот эти фрески, они к какому времени относятся? Ну, ко времени создания этой церкви, то есть, ну, этот же храм перестраивался много раз, то есть сначала это была деревянная церковь, конечно, от нее ничего не осталось, даже вяза не осталось, рядом с которой церковь стояла, но мы его помним, может быть, тоже можно будет все это воспроизвести вновь. А это период XIX века, ну, там, вторая половина XIX века, когда был построен храм. Собственно, с этого времени вот он сохраняется. Ну, это второй этаж. Это даже третий этаж. То есть даже это уже выше еще есть, например, да, по-моему, какая-то площадка, которую мы тоже сейчас не можем видеть, которая использовалась ранее, когда здесь располагался музей Москвы. Но музей, нет, совсем верхний для выставочных работ не использовался, то есть там скорее как служебного пользования помещения. А для подвыставки использовался вот этот зал второго этажа и нижняя церковь. То есть была постоянная экспозиция и сменная временная экспозиция. Я думаю, может быть, даже логичным будет вопрос, а будет восстанавливаться вот эта часть храма? Вот у нас тоже такой вопрос к городу, не знаю, к кому еще обратиться. Вот, конечно, это должно быть восстановлено. И мы, собственно, и устраиваем выставку на фоне вот этих стен полуразрушенных, и пола нет. Собственно, у нас здесь деревянный настил. Вот. С одной стороны, мы видим, ну, какие-то реальные стены, еще у нас ничего не перевоссоздано, да? Вот. Но в то же время мы тем самым, ну, как-то привлекаем общественность к тому, что надо все-таки доделать все до конца, потому что колокольня
она отреставрирована, нижний храм отреставрирован. И хотелось бы, конечно, довести все это до конца, чтобы порадовать всех и москвичей, и вообще все, кто сюда попадает. А вот еще такой вопрос. Скажите, вы сказали, что и разрушенные, и восстановленные. Вот из разрушенных, каких уже вообще, вот какие храмы нельзя восстановить ни в коем виде? И о них идет речь на этой выставке. Я поняла. Ну, предположим, нас встречает изображение как раз при входе слева-справа. Никитский монастырь бывший. Он находился на Большой Никитской, между Большой Никитской и Воздвиженкой. Сейчас, ну, только какие-то отдельные, может быть, кусочки сохранились, камня. Но он, конечно, не будет восстановлен, потому что там сейчас, ну, уже такое здание солидное построено. Это выход метро. Вот. И, ну, поэтому тут уже ничего не сделаешь. Крестовоздвиженский монастырь тоже, он в Воздвиженке был. Это тоже невосстановимо, уже там построены другие здания, которые уже, в свою очередь, тоже являются памятниками уже архитектуры и культуры. Поэтому это уже другое время, и как бы в восстановлении этого храма, наверное, нет смысла, а тем более, что это будет не восстановление, а воссоздание. Хотелось бы все-таки восстанавливать те памятники, которые еще есть, и которые ждут своей очереди, они разрушаются, и поэтому ну, хотелось бы к ним привлечь внимание. Спасибо большое, Ольга. Дмитрий, будут еще у вас вопросы? Да, Эльвира, скажите, пожалуйста, а только ли студенты Российского православного университета могут посетить эту выставку или все желающие? Дмитрий, ну, выставка действительно необычайно интересна, и, на мой взгляд, она предназначена, конечно же, не только для студентов Российского православного университета, но и для всех людей, влюбленных в историю и архитектуру нашего первопрестольного града. И в заключение мне хотелось бы сказать, что выставка, она продлится достаточно долгое еще время, будет открыто с понедельника по воскресенье с 9 до 18 часов, так что взглянуть на нее смогут все желающие. Дмитрий. Спасибо, Эльвира. Уважаемые зрители, из храма апостола Иоанна Богослова Российского православного университета в прямой эфир выходила наш корреспондент Эльвира Гордеева. Я благодарю вас за внимание. Сегодня еще увидимся.